Сотрудники управления внутренних дел по Ленинскому городскому округу вместе с членами общественного совета подвели итоги одного из этапов всероссийского конкурса «Мои родители работают в полиции». Окружной этап конкурса начался 7 октября. За это время в УМВД поступило 15 работ, выполненных в разных техниках, но всех их объединяет одна тематика. Участники нарисовали своих родителей, которые обеспечивают в обществе порядок. Чтобы детки прониклись именно в работу родителей, вот, у них это очень получается, потому что все рисуночки именно отображаются действительно, как они работают и именно в работе. Вот. И мне кажется, что родители, наверное, проводят беседу со своими и рассказывают им о каких-то своих подвигах. И, скорее всего, у деток это все получается. Рисунки отбирались в возрастных категориях от 6 до 8 лет и от 11 до 12, а также в специальной номинации, посвященной медицинским работникам ведомства, которые в связи с пандемией несут усиленную службу. Рисунки все очень интересные. Было достаточно тяжело выбрать какой-то один из категории. Ну вот, слава богу, как бы определились. Я думаю, все эти дети, как бы вот они такие молодцы, и они будут как бы заслуженно награждены. Теперь рисунки победителей окружного этапа отправятся дальше, на областной уровень. Конкурс приурочен к Дню работника органов внутренних дел Российской Федерации, который полицейские отметят 10 ноября.